Ну что ж, привет, ребята! Меня зовут Кейт Кнуп. Сегодня я расскажу вам о парфюмах Juliet Hazegan. Juliet Hazegan был основан в Париже в 2006-м. Нос и художественный директор, который стоит за всеми нашими восхитительными ароматами. Никто иной, как мистер Романо Риччи. Вы, наверное, хотите спросить, кто это Джульетта и что там с ее пистолетом? Джульетта из тех, кто привык следовать своим правилам. Концепция Джульетты основана на романтизме. Представьте себе шекспировскую героиню, которая перенеслась в современную реальность. Что касается пистолета, очень важно подчеркнуть, что он не имеет никакого отношения к насилию. Пистолет — это просто метафора женской эмансипации и, конечно, секретное оружие Джульетты для соблазнения, спрятанное в ее парфюме. Об аромате ноты парфюм. Я очень взволнована, потому что готова признаться вам, это мой личный фаворит. Икона бренда и бестселлер номер один – нота парфюм. Если вы еще не пробовали нота парфюм, поверьте, просто пойдите и купите флакон. Это один из тех ароматов, который должен быть в каждом парфюмерном гардеробе. Чтобы вы понимали, важно отметить, что есть нечто общее, что объединяет сразу несколько творений Романа. Это наличие его любимого ингредиента – цитолокса. Цитолокс, как правило, используется как базовая нота в парфюмерных формулах. Он добавляет финальное древесное звучание и усиливает остальные ноты. Ноты парфюм свежий, минималистичный, чистый, но на коже он как будто начинает жить своей жизнью. Он буквально адаптируется к вашему pH, никогда не звучит одинаково на двух разных людях, что делает его настоящей визитной карточкой. Еще одно преимущество аромата – он на 100% гипоаллергенный. Это отличная новость для тех, кто страдает из-за чувствительной кожи или не любит носить парфюмы. Мое любимое свойство ноты парфюм – это то, что он усиливает звучание других ароматов. Представьте, что у вас есть любимый аромат, но он выветривается через пару часов. Нанесите ноты парфюм как подложку или сверху и получите ту самую интенсивность и стойкость, которую хотели. Подводя итог, скажу самое важное. Именно вы и есть тот самый секретный ингредиент аромата ноты парфюм. Об аромате Lady Vengeance. Lady Vengeance построен вокруг одного из самых элегантных сортов розы – болгарской розы. Важно отметить, что для производства каждого флакона было использовано около 2000 лепестков роз. В сердце звучит легкий акцент пачули, который раскрывается со взрослой, темной стороны. Также в формуле присутствует акцент ванили. Результат – утонченный, элегантный аромат. Это отличный аромат, если вы готовы к смелому заявлению. Мы все понимаем, что в комнату вошла именно Lady Vengeance. Мне также кажется, что немного от Lady Vengeance есть в каждой из нас. Надеюсь, вы примерите его и полюбите так же сильно, как и я. Об аромате Pear Ink. Я бы сказала, что груша довольно часто встречается в нашей жизни, однако в мире парфюмерии она остается довольно редким ингредиентом. В исполнении Романа это освежающий аромат с гурманским акцентом, который похож на обещание прекрасного летнего дня. Я рада поделиться с вами этим новейшим ароматом от Джульетты, потому что убеждена, что он выполняет все обещания. Вдохновением для его создания стали приятные детские воспоминания Романа и, конечно, его любимый фрукт – груша. Pear Ink – восхитительный, жизнерадостный, сочный, воодушевляющий парфюм. Он открывается аккордом зеленой груши, который усажен поверх роскошного мускусного коктейля. Важно отметить, что композиция на 70% состоит из мускуса, что очень характерно для нашего бренда. В Pear Ink мне нравится то, что он обладает уникальным, зрелым характером, который присущ нашему бренду. При этом аромат звучит игриво и жизнерадостно. И пусть вас не смущает серьезное название. Pear Ink – это озорной парфюм, который гарантированно вызовет у вас улыбку. Спасибо, что выслушали меня. Надеюсь, наш бренд подарит вам вдохновение, и вы попробуете какие-то из наших прекрасных ароматов.